Музыка для майора полиции Леонида Ванага – любимое хобби. Десятки написанных песен и сотни стихов, заслуженные награды на всевозможных конкурсах. Это вторая часть жизни, которую Леонид посвящает в свободное от работы время. Особая гордость – коллекция гитар. Каждая гитара сама по себе уникальна. Вот, например, вот эта вот гитара, ей уже почти 30 лет. Эту гитару я покупал еще когда служил в армии в Средней Азии. Вот, она прошла со мной все горячие точки, и вот до сих пор она у меня жива, здорова и звучит. Леонид Ванаг признается, музыка для него не просто отдушина, а намного больше. Скажу честно, она мне очень помогает в моей деятельности. Это способ, скажем так, немножко отвлечься от того негатива, с которым мы ежедневно сталкиваемся, для того, чтобы суметь переосмыслить свое отношение к службе, переосмыслить свое отношение к гражданам, помочь и своим сотрудникам то же самое сделать, это все это правильно. Рабочий день майора Ванага расписан по минутам. Утренний развод, распределение патрулей по маршруту, шрутом, работа с документами. В обед тренажерный зал. Упорные тренировки помогают поддерживать форму и сдавать все нормативы на отлично. Далее обязательная проверка постов. Автовокзал – одна из горячих рабочих точек. Сюда ежедневно прибывает огромное количество людей. Обеспечение порядка и безопасности лежит на плечах анапских полицейских. Порядок обязателен и в их работе. Проверка документации, правильность оформления протоколов и подробный отчет от сотрудников. Все должно соответствовать нормам и букве закона. Как у подчиненных, так и у высшего руководства майор Ванаг пользуется авторитетом. Всегда дисциплинирован, требователен, справедлив. Леонид Леонидович у нас курирует вопросы комплектования, организации служебной подготовки. Вот, заступает ответственным по подразделению, осуществляет контроль службы. Могу сказать, что на Леонида Леонидовича можно положиться. Он умеет работать, умеет общаться. Грамотный специалист, находит решение. Одним словом, не надо перепроверять. Если человеку поставишь задачу, можешь быть уверен в том, что он справится с ней. Благодаря взаимодействию и взаимопониманию всей команды, Анапский полк патрульно-постовой службы в числе лучших по Краснодарскому краю. Требования к обеспечению безопасности с каждым годом становятся все выше, а значит, что работа только усложняется. Но несмотря на трудности и уже приличную выслугу лет, о пенсии майор даже не задумывается. Я являюсь самым возрастным сотрудником подразделения. Вот. Но, однако, сил у меня сейчас хватает для того, чтобы работать, вполне хватает. Поэтому пока о пенсии я не задумываюсь. Придет время, всему свое время, как говорится. Ну, а там уже дальше я думаю, найду чем заниматься на гражданском поприще. Но пока что я нахожусь в строю и готов выполнять задачи вместе со всеми сотрудниками подразделения. Но самое главное, считает Леонид Леонидович, чтобы в строю не было боевых потерь, а со всем остальным дружная команда профессионалов справится.